Что именно представляет собой искусственный интеллект? Мы говорим об ИИ, когда компьютерные системы выполняют задачи, обычно требующие человеческого интеллекта. Это включает в себя, например, распознавание изображений, принятие решений или введение диалога. Для этого системы ИИ должны быть оснащены знаниями и опытом. Этого можно достичь двумя способами. Можно запрограммировать каждую отдельную инструкцию, чтобы машины решали задачи шаг за шагом. Это сравнимо с кулинарным рецептом или инструкцией по сборке. Также можно использовать программы, которые самостоятельно обучаются на данных. Это позволяет им обнаруживать релевантную информацию, делать выводы или прогнозы. Это известно как машинное обучение. Вероятно, мы все в какой-то момент нашей жизни сталкивались с ИИ, когда мы смотрели фильмы, слушали музыку или совершаем покупки онлайн. ИИ дает нам рекомендации о том, что нам может понравиться. ИИ способен преобразовывать устную речь в текст и переводить ее на другие языки. ИИ является центральным компонентом робототехники. Роботы облегчают нашу повседневную жизнь или берут на себя утомительные действия. Автопилотные транспортные средства распознают окружающую среду с помощью искусственного интеллекта и могут на нее реагировать. Искусственный интеллект становится все более важным и в медицине. Он помогает врачам при диагностике заболеваний. Кроме того, все больше и больше пациентов используют приложения на основе ИИ для первоначальной диагностики. В сфере образования искусственный интеллект помогает индивидуализировать учебную деятельность. Например, на цифровых обучающих платформах ИИ приобретает все большее значение. Как только мы поймем, как работает искусственный интеллект, мы сможем лучше оценить, где он может поддержать повседневную деятельность дома и на работе, а где мы предпочтем принимать собственные решения. Искусственный интеллект не заменит людей, но он становится все лучше и лучше в плане нашей поддержки. Для этого нам нужно общество, компетентное в области искусственного интеллекта. Интересуетесь искусственным интеллектом? Тогда это сообщение для вас. Мы предлагаем вам уникальный практический курс, который охватывает все от исторических аспектов и до последних достижений в области глубокого обучения. Вас ждет погружение в мир алгоритмов поиска, машинного обучения, обработки естественного языка и компьютерного зрения. Программа курса спроектирована таким образом, чтобы вы получили не только глубокие теоретические знания, но и ценные практические навыки, применимые в реальных задачах и проектах. По окончанию курса вы обретете компетенции, открывающие двери в мир профессиональной разработки и дальнейшего развития в этой области. Так что если вы ждали знака, чтобы заняться искусственным интеллектом, то это именно он. Подробности в комментариях под видео.